have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Я немножечко восстановил свое ментальное здоровье. Прошло несколько дней, я, наверное, готов... У меня там копье было, стой. Я, наверное, готов немножечко продолжать. Посмотрим, как сегодня пойдет. Да-да-да, я знаю, что у меня нет жрачки. Выползи, пожалуйста. Почитал комменты. Интересно было наблюдать за тем, типа... Как кто из вас что говорит, что типа... Слушай, рывок тратит, слушай, рывок не тратит, слушай, делай то, слушай, делай все. Не, на самом деле, очень ценю. Но то, что у вас, скажем так, раньше не наблюдалось споров в комментариях, но теперь они появились, ёпперсете. Давайте так, я попробую без... А как дальше жить-то? Я же утону нахрен, у меня цветочка-то нету. Погоди, там наверх можно заползти. Я попробую без рывка сейчас плавать. Какое-то время. Кстати, те, кто пишут, что у них не было вообще никаких проблем ни с паркуром, ни с чем, честно, завидую. Как по мне, я вот сколько уже в это играю, ну, к сожалению, управление здесь наикривейшее. Ёшки. А где я появлюсь? ВКБ нормальное, оно же меня сожрет сразу. А, ну, эти... Я утонул в трубе, вы нормальные? А, я в этой трубе был. Я что-то думал, что я в правой трубе. Почему я утонул в трубе? Нет, ребят, извините меня, пожалуйста, но... какого фига, как здесь работает механика? Сейчас я вам объясню, почему, что меня возмущает, собственно говоря. Хорошо, хоть мы были недолго и недалеко. Вода же течет сверху вниз, правильно, ребят? То есть меня же не глючит, вода течет сверху вниз. Вот, смотрите, с той трубы, да, вода течет, но туннель-то не затоплен. Смотрите, я вам сейчас попробую кое-что показать. Меня сбивает. А, я утонул, нормально. Короче, я не знаю, насколько там рывок много чего тратит. Я сейчас плыл без рывка, меня просто сбило водяным напором, и я утонул. Все хорошо, все нормально. Продолжаем. Ой, мне тут даже хавчик дали. Игра такая смилостивилась, говорит. Ну на тебе, ну просто вот. Если ты хочешь, ты можешь немножечко сохраниться там, то-то, все-то, не знаю. Ну ладно, хавчик есть уже приятно, сейчас мы души вернем. Вот, опять плыву без рывка. В смысле, я же не нажимал рывок, ну, выплыви, пожалуйста. Слушайте, у меня такая теория появилась. Когда я более наевшийся, я лучше плаваю. Ладно, в общем, к тому, что я хотел сказать заранее. Вот сейчас, вися на вот этой трубе, я же нахожусь в воздушном кармане, правильно? Если я буду вот здесь сейчас висеть, я не утону, не захлебнусь, не задохнусь, ничего. Это воздушный карман. То есть, несмотря на то, что там сверху немножечко протекает, то сама вот эта труба, она не затоплена, и вот этот коридор не затоплен. Каким образом я утонул наверху? Объясните мне, пожалуйста. Дайте... А можно меня не забивать, пожалуйста? Да я задыхаюсь, уйди от меня. Они меня топят. Ух. А вот это куда? Я на секунду просто чекнуть. Чекнуть, говорю, на секунду, уйди от меня. Что это за место? Я тебя понял. А можно просто наверх запрыгнуть? Я хочу быть в безопасности. Фух, спасибо.
Так, каракатицы, ящерицы, ящерицы, каракатицы. Я его поймал. Я могу... А, зачем ты его отпустил-то? Это, наверное, про вот этих вот каракатиц мне говорили, что типа на них можно быстро передвигаться. Мне, наверное, нужна такая. Сейчас попробую поймать себя. Они все туда. Вон они. А как... Оно дергается. Туда я не могу плыть. Выплыви, выплыви, выплыви. Оно очень сильное, оно меня дергает. Отпусти. Я с ней паркурить не могу. Не топи меня, пожалуйста! Ну все, я приехал. Это невозможно. Так, их надо ловить наверху. Я попробовал туда вправо проплыть невозможно. Окей. Их надо ловить, и на них надо плыть. Скорее всего. Попробуем сейчас чекнуть эту тему. Так, парочку фруктов умяли. И на том хорошо. Ладно. Эти ящерицы... Ой, ящерицы, каракатицы. Они и опасны, и не опасны одновременно. Потому что они меня топят. Ах, ты туда налево. Я не доел свои души, подожди. Можно, пожалуйста, ну выплыви ты. Ладно, я поплыл на ящерице, фиг с ними, с моими душами. Я пошел отсюда. Стой, транспорт. Вот сюда запрыгни, пожалуйста. Вот сюда. Спасибо, вылези. Не держись за эту говно. Вот сюда вылези. Вот. Не держись ты сбоку. Просто вверх поднимись. Отпусти. Можно, пожалуйста. Вот. Это просто отвратительно. Короче, когда ты прыгаешь вперед-назад, он цепляется абсолютно за все. Когда ты прыгаешь вверх-вниз, он делает все, чтобы только не зацепиться вообще ни за что, никогда в жизни. Где я вообще? Почему я здесь? Так, ну хорошо, вроде как. Давай. Уи-и-и! Руки оборвали, хорошо. Можно туда. Можно поесть, можно вниз. Опасности пока что вроде никакой не замечаю. О, о-о-о-о-о-о-о. Хорошо, хорошо, можно поспать сразу. Копья с собой нету, ну, в принципе, ладно. Спим. Ну, в принципе, сейчас... Сколько мы тогда потратили, чтобы добраться до следующего убежища? И сколько сейчас у нас ушло? Ну... Фу. Можно, кстати, поесть и еще раз поспать сразу же, сходу. Можно просто поесть и утащить с собой. Сколько тут ягодок? 3 штучки у нас. Что я вообще тут делаю? Я не уверен, если вот там сверху направо что-то было. Но оно мне показывает, что мне обратно надо. Оно мне показывает, что надо обратно.
Стойте, я такой уверен, что я поем. А я поем? А ты в воде кушать не умеешь? Какой молодец. Давай это тоже съедим. А, хочу ли я туда? И что меня там ждет? Зачем мне туда? Ну давайте я слазю, проверю, я все равно сохранился. А там пиявки! Много! Ну туда там, там что-то есть, стой. Ага, все. Утащили. Мне туда не надо. Ну, как бы, да, там, возможно, что-то интересное, но там пиявки их... Я успел забыть про них, честно. Я успел про этих тварей забыть. То есть, ну... Забери, схавай. Тут просто столько всего, что может тебя убить, что я просто про пиявок уже немножечко запамятовал. Хорошо, чисто теоретически. Что там вправо? Я не уверен, что я могу там где-то проплыть. Ну, давайте, полезем, посмотрим. Там как минимум фрукты опять же есть. Нет, он может все-таки в воде кушать. Окей, спасибо. Хорошо. Здесь я ничего сделать не могу. Вниз. Вниз мне тоже вроде как не надо. Давайте я попробую подняться еще раз. Оно мне показывает, что постоянно сюда. Но давайте я залезу наверх. Это будет долго. Хотя нет, если по вот этим лазить, то оно, в принципе, нормально. По вот этим лазить, в принципе, нормально. Я попробую сейчас пойти туда направо. Если там есть хоть какой-то малейший проход направо. Может, там можно как-то проплыть, уплыть, еще что-то. Поверху. Иди. Кальмар! С другой стороны, я... А, тут есть другие, я хотел сказать, я же его через сушу-то не перетащу. Нет, сюда можно проплыть, тут какие-то роборуки, клешни, руки дотеров, как раньше говорилось, да? А я не утону просто от того, что я устал? Уже нет. Давай! Полный газ! Уйди от меня. А как забраться? Можно как? О, я забрался. Так, меня тут птичка сейчас не слопает. Офигеть, сколько я проплыл. Ладно, поехали вперед. Хорошо, что там был цикл сохранения. Кстати, сколько... Смотрящий на Луну. Время цикла мне еще осталось. Смотрящий на Луну. Кто? Нет, ты ж ты. Что я вытащил? Это... Нет, стой, у меня желудок полный. Ага, тут какие-то непонятные механизмы, не механизмы. М.
Я возьму одну вот эту фигонцию с собой, не знаю, что она мне даст. А, прикиньте, тут можно вот так перемещаться. А зачем? Ладно. Deus Ex Machina. Та-та-та-та-та. Тут можно поспать. Тут можно поспать. Я пойду поспать. Мне вообще пофиг. Я тут сохранюсь. Я столько сюда шел. На самом деле непропорционально, на мой взгляд. Ну, то есть, вот эти два сохранения, они, ну, относительно, я не буду говорить, что легкие, но они относительно легкие. Эта фигня пытается цепляться за свою жизнь, я не знаю. Сейчас посмотрим, попробуем, может, ее съем, не съем. Хотя, с другой стороны, еда в хранилище не остается. Если это еда, то оно сейчас исчезнет. Не, погодь, оно тут. Это можно есть. Погодите, но если еда в хранилище не остается, но это можно есть. Это интересно. Я, кстати, снизу пришел, да, значит попробуем сейчас туда. Эть, возьму с собой деталечку какую-нибудь, метнуть в кого-нибудь. Здрасте. А, ну, типа... Ну, ладно. Мне туда? Или туда? О-о-о-о-о-о! Чё это, чё это, чё это? Зачем это? Кому это? Тут есть, кстати, еще вот эти вот мозгофигни. Так. Ах ты ж! Собак ты. Я хочу попробовать туда наверх. Ёлки-палки, я допрыгнуть. Хочу наверх слазить. Он мне показывает, что мне надо все равно направо. Но тут суть всей игры направо. Да, я понимаю. Я хочу слазить наверх и понять, что здесь происходит. Тут какие-то лабиринты. Попробуем все это пооткрывать. Блин, на самом деле цикл-то не бесконечный, опять же. Ага, вот это я где оказался. Хорошо. Даже неплохо, я бы сказал. Это, кстати, близко к поверхности. Жемчужина. Нет! Я просто поскользил. Стой, а что если... больше этим заниматься. Я так случайно и тупо упал. Зачем просто? Ползи дальше. Я на самом деле не хочу быть близко к воде, раз уж на то пошло. Я сейчас обратно свалился, я пойду вперед, но так-то, если у меня будет шанс, то я бы, наверное, хотел из воды свалить. Желательно навсегда. Желательно просто больше и никогда не видеть в этой игре. Потому что из всех кривых механик это работает наикривейшим образом. Здрасте. А мне туда, значит, обязательно. Угу. По этой штуке мне придется доползать. Я тебя понял. Все. Мне этот мир стал абсолютно понятен, да, как там говорилось. Не цеп... Пробуем заползти. Какие-то цветочки, не цветочки. Так, в общем, мне туда, точно теперь туда. А как мне тут? А, да, стой, ну-ка. Вот сюда, вот сюда. Давай, 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 ползи там на корточках, как хочешь, ползи. Но я же отсюда не прыгаю.
Стоп, а если выше? А выше я что не смогу пройти. Да, выше у меня выход только в эту сторону будет. Да ну игра, иди нафиг. То есть этот паркур, который я здесь делаю, это обязательный паркур. Хорошо, поплыли. Теперь я прям физически чувствую, что я не успеваю. Можно? Запей. Жемчужину надо слопать. У меня их все это время было две! Классно. Я забыл, что я сожрал жемчужину. Я пол игры проходил. Мне сейчас это напомнило сцену из Криминального чтива. Блин, я думаю, кто догадался, то ты молодец. Почему ты не зацепил? Наши полномочия, все. Почему ты не цепляешься за горизонтальные? Вот о чем я говорю. Вот почему в это больно играть. Просто потому что нет. Потому что я не хочу цепляться. У тебя сложный прыжок, а я не зацеплюсь. А иди ты нафиг. Вот что тебе говорит этот слизнячок. Он такой поворачивается к тебе, такой с разбегу. Ну иди ты нафиг, дружище. Хочешь поиграть? А вот нет. Прыгай все это заново. Давайте тратить. Нет, я на самом деле уверен, что уже в этом цикле никуда не доберусь. Я уже, в принципе, с этим относительно смирился. Я пока просто прощупываю, чтобы в следующий раз не тратить время. Ха! Полезу так. Или погодите, мне там надо было... Мне-то вообще-то туда... по горизонтальной вот этой фигне. Но можно будет потом еще чекнуть, что там наверху творится. Ну, по крайней мере, у нас точно проход и точно попадание наверх. Ладно, короче, наверх у нас остается пока что неизвестным. Потом или пройдем туда, или еще как-то это все получится, посмотрим. Протиснись. А я наелся? Да, у меня есть еда. Хорошо, я могу, я пойду сохранюсь. Идите его нафиг. Я практически... я был уверен, что я не выберусь, поэтому я заслуживаю. Че, потом жрать буду, я без понятия. Но опять же, мы живем одним днем, так что все хорошо. Давай спать. Там мне потом не одну еду надо будет найти, мне потом три еды надо будет найти, чтобы, ну, минимум, типа. Хорошо. Та штучка сверху все равно остается интересной. Но ладно, у нас есть сейчас дорога в продолжение вправо-вниз. Попробуем туда сейчас сходить. Тут какие-то уже прям, знаете, как в змейку играешь, лабиринты. Так, смотрящий на луну. Ну. А чё меня вверх не пускает? Вверху ничего нет? Почему меня вверх-то не пускает? Ну хорошо, допустим.
поплыли. Смотрящий на Луну случайно не телескоп какой? Ох ты, ё, привет, чувак. А и чем мне с ней? И а чем мне теперь с ней? Не делать так? Аж. Слушай, ты в курсе, что у тебя там привязано кое-что к тебе? Так, ну хорошо, пришел я к ней, что дальше? О, погоди. Это есть можно. А я не пойму, ну пришел я к ней, но она не взаимодействует. У меня есть типа сохранение до того, как я начал жрать вот эту мелкую фигню. Я не знаю, насколько это важно. Я в нее вон и жемчужинкой кинул, и... Кстати, где моя жемчужина утонула? Стой, а положить жемчужину это дважды нажать, да? Сейчас посмотрим. Нет. Нет, было... Стой, положить жемчужину это присесть? Нет, присесть он тоже кидает. Присесть и взять или присесть и... Сейчас, где оно там было? А, прыгнуть, бросить, взять, съесть, удерживать... Погодите, удерживайте, чтобы... Нажмите и удерживайте вниз, пригнувшись, чтобы положить... Нажмите и удерживайте вниз, чтобы положить предмет. Ну-ка. Нажал и удерживаю. Вниз. Чтобы положить предмет. В другую руку, может? Нет, предмет не ложь. Ну-ка, стойте. Написано же, нажми, удерживая вниз, чтобы положить предмет. А, задействуй. Все, 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 я понял. Пригнувшись... Положить. Все, положил. Будешь этот жемчуг, не? Короче, я не знаю, что она от меня хочет. Я не буду... О, кстати. Она явно этим недовольна, но я этим ничего не делаю. Я не буду сохраняться, оставлю на этом моменте, потому что я без понятия, что с ней делать и зачем я сюда шел. То есть она со мной не взаимодействует. Хотя вроде как она меня звала к себе, ну, в этих видениях маленьких, черт. Не знаю. Остановлюсь пока что здесь. Пишите в комментах, что думаете. Ну, может, ей что-то другое надо было принести, может, для нее что-то надо сделать. Ну, просто коммуникации никакой, блин, не происходит. И если до этого было понятно на каком-то там базовом уровне сходи туда, сделай то, вот я пришел к ней, это тупик, по крайней мере, насколько я вижу. Ну-ка, стоп, по карте что у нас? Да, отсюда можно только потом свалить в обратную сторону. И вон та фишка сверху еще остается. Вот эта вот неизведанная территория. Но я не уверен, что там будет что-то. Короче, ладно, все, ребят, будем на этом заканчивать. Пишите, что думаете. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек. Всем покеда.